Когда же это случилось? Кажется, вначале атак. Мы только переехали из России в Израиль, и началась война в заливе. כרגע לא ידוע על נפגעים, נחזור ונעדכן אתכם בהקדם. נחש ספה. אנחנו עדיין תחת השפת טילים על ישראל, ועדיין צריכים לשבת בחדר העצוב עם המסכות על הראשים. אתם מתבקשים להאזין לרדיו ולחכות לעדכון נוסף מדובר צה"ל. עכשיו נשמיע את ההודעה בשפה הרוסית. Здравствуйте, уважаемые господа. Мы продолжаем ждать новостей из нашего информационного центра. Вы, конечно, все очень хорошо знаете, что в такие моменты нужно делать. Во-первых, пожалуйста, проверьте, чтобы все отверстия в комнате были заклеены. Во-вторых, чтобы под дверью у вас лежала влажная тряпка. И, пожалуйста, слушайте информацию по радио. Мы будем сообщать вам о любой информации, которую получим сами. Она будет сразу же поступать к вам. Пока мы ждем новостей, я хотела вам рассказать о случае, который сегодня произошел у нас на радио, который меня крайне возмутил. Один радиослушатель позвонил в эфир и попросил противогаз для своей собаки. Хотел узнать, как он может его получить. Для собаки. Я просто сначала не поверила своим ушам, спросила, если он это серьезно. И он настаивал, он считал, что собака – это его дед. И что система у них дыхательная собак, кожа человеческой дыхательной системы. Противогаз. Я думаю, что некоторые люди просто не понимают, что на войне. Я думаю, что они не представляют, каких огромных усилий и затрат стоило нашему правительству снабдить каждого гражданина маской. Поэтому мне бы хотелось вас спросить, как относиться к нашей ситуации очень серьезно. И, пожалуйста, звоните в дурацкие вопросы. Я с самого начала просила у них достать маску Мишки. Но они меня убеждали, что собакам маски не нужны. А потом они мне сказали, что если я еще раз посмею снять маску, то они в следующий раз Мишку даже в комнату не пустит. На Мишку я просто пыталась больше не смотреть, как будто его не было. Мне не терпелось выйти из комнаты. До этого момента мне даже нравилось, когда мы сидели все вместе в этой комнате. Только мы с фонариками. Потом мы опять переехали в Канаду. Родители хотели для меня лучшей, спокойной жизни. Fully extinguished until November 6th, 1991, 8 months after the end.